Буэнос диас, гайз. Я один раз светнул визарет ваш экран, а это значит, что мы продолжаем проходить первый Borderlands. Поэтому садитесь поудобнее, берите ништячки, будет весело. Поехали. Итак, дай-ка глянем, что у нас тут по задачкам. Так. Так, ну что, пошли дневники искать. Сегодня так, подрочим по бочке. Не очень хочу я сразу же начинать сюжетку, заодно и покачаемся. Потому что я хочу апнуть, ну, левел где-нибудь 15-й. Чтобы... уже спокойно начать... зомбятню. Кто там, сука, выебурил? Ты куда уворачиваешься, пес? Не, я через тачку, по-моему, не проеду. Кластерная граната, это как лимонка в червях. Салют, ебать! Здесь у нас живут машины! Давай, выбирай по вкусу! Хватит уже по... грязи топать! Привет, ублюдки! А, тут нет никто, что ли? Патрисия Танис. Научный консультант корпорации ДАЛ, день первый на планете Пандора. Готов. Моё начальство отправило меня в этот сектор, чтобы обнаружить признаки инопланетной технологии, аналогичной найденным компанией Атлант в руинах на Прометее. Технологии, благодаря которой они обрели свое нынешнее могущество. Такая находка на этом голом камне кажется неправдоподобной с точки зрения астрономии. Но мои покровители верят в успех настолько, что готовы зря тратить на это мой талант. Я нахожусь здесь всего 3 часа и почти уверена, что эта планета прикончит меня. Ученые не охотятся за мифами и легендами. Так, второй дневник. День 43 на Пандоре. По крайней мере, мне кажется, что... Так, где находится третий? Третий находится вообще возле ветряков. 43 дня. Трудно привыкнуть к лунному циклу. Планета вращается так, что день длится 90 часов. Люди, населяющие этот просоленный комок пыли, так же невежественны, как и во всей галактике. Когда я в интересах науки... разыскиваю нечто вроде хранилища, мне в ответ рассказывают детские стишки или рассказывают о знакомом, у которого был знакомый, у которого был знакомый. Они впадают в ступор, и я начинаю думать, что они пьяны или не в себе и уже забыли о моем присутствии. Если бы я...
Да, придется немножко пошмалять. О, сраки летают. Потому что по-другому этих уродов назвать тупо нельзя. Так, теперь мне на передачной тяге надо уматывать. Так, регенимся. Наиболее целесообразным вариантом будет достать жопу из машины. И сделать красивый дальний выстрел. Ах, вон оно что произошло. Не будет тебе спасения. Что? Не нравится? Ну сейчас апнут девятый пидорасы. Ебучая пиктограммка. Хуячим все, что плохо лежит. Что не очень плохо лежит, тоже хуячим. О, охуенно. У меня появилась штурмоуха. Ты шо, охуев? Сука, личинки. Так, дневник наверху, что ли? Смахивает на то. Теперь вспомнить, как наверх залезть. Это 76-й день. Я проснулась в надежде, что мне снова приснился тот же самый кошмар. Вау. Больше 36 часов, перемещая наш лагерь ближе к раскопкам, только чтобы попасть в засаду. Вау. Так, теперь
Кровь на Калиусах есть. Так, спрятанный дневник. Так, 29, 8, 7, 5, 10. Пятьдесят семь, 95,7. 15, 82,4, 10. Ну а так, 86. Так, это нахуй. 141,16. А у меня? К местным диким зверям, изголодавшимся после зимней спячки. Половину моих людей скаги сожрали или убили. Я уцелела, спрятавшись под коллегой, которого рвали надо мной на части. Его звали Карл. Ах, ты ж петуч. Чувства отключились, и я не скорбела ни по кому из них. На самом деле, моим единственным чувством была радость. Мне было радостно, потому что его кресло намного удобнее моего. Я забрала его кресло. И потом заметила свет, идущий от камней на раскопках. 70, 80, 90, 100. Блять! Готов. Фух, пронесло. Кстати, это был первый капитос. Насколько вы помните, я в прошлых сериях ни разу не копытился. Так, тебе надо где-то прихабарить апгрейд для штурмоухи. Вспомни бы еще, где стоит мое ебучее сральное ведро по имени Тачка. Где-то вот тут, не доходя всей этой хуяльни, я припарковался. Ага, а вот и ведрышко. Так, теперь палим, где следующий дневник. А, он здесь, прямо на блоке. День 119. Я сидела в душе в слезах почти час. Это интересно, принимая во внимание, что у нас несколько дней нет воды. Мой здравый смысл испаряется так же, как и рабочие на моих раскопках. Так, и последний дневник. Он находится в еще больших ебенищах. Полицейский разворот. Мы, наконец, извлекли из-под земли доказательства, служащие свидетельством существования жизни пришельцев, которая была здесь, на Пандоре. Но праздник получился довольно грустным, так как осталось лишь двое из моих коллег. И я не очень люблю ту толстую девицу, Чимэй. Мне говорили, что научные исследования требуют жертв. Но до настоящего времени я не понимала, что это значит. Так, а вот к последней записи придется прорываться с хорошими такими боями. Это габелла, ребятки. Бля, какого хуя я забыл в кременнике?
Еще и 500 бачей содрали, вот уроды. Недорогое, надежное, легковесное оружие с очень высокой скоростью перезарядки. Тедиор изготавливает простое в использовании оружие. У нас постоянно обновляется ассортимент. Ждем вас в наших магазинах. И пойдем посмотрим на Шелду. Я слежу за состоянием 71-13. Не, такого пиздатого, как у меня, пока что не здесь нет. Лежать, сучьи дети. Эй, выбери себе машину. Такси Блюз. А теперь прокатимся с ветерком. Ну и где там? Может, в принципе, и объехать. Так, теперь. Блять, ведро горит, сука, и раки ебаные. Я еще и без точила остался, но охуеть теперь. И что, этих орков и снайперки сбивать? Я даже не вижу, где они там летают. Не пожалеешь. Девять 184. Короче, понятно. Мне что-то стало лень. Поэтому... Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока.